Сейчас новости районов. Жители Удомли вышли во двор, чтобы принять участие в мероприятии «Праздник нашего двора». Наши коллеги из регионального телевидения Удомли подготовили сюжет. Праздник нашего двора проходит в Удомле уже второй год подряд. В прошлом году благоустройство общественных и дворовых территорий проводилось в микрорайоне Удомельской средней школы номер 2. В этом году на благоустройство территории концерном «Росэнергоатом» выделено около 10 миллионов рублей. Деньги направлены на наведение порядка в микрорайоне Удомельской гимназии номер 3. Здесь уже выполнены работы по обрезке деревьев, кронированию около 150 тополей. А во дворе дома по проспекту Курчатова планируется установить спортивную площадку. Вот здесь вот, где вот стоит аттракцион, будут новые аттракционы, детские аватарки называются, это современные, новые. Сейчас разрабатывают на заводе «Бушевец», уже установлены вот стойки. Здесь будет детская игровая площадка, будет детский воркаут, взрослый воркаут. Ну, будем надеяться, в этом году, но не успеем, весной точно она здесь будет стоять. Также предполагается восстановление уличного освещения, установка скамеек и урн, благоустройства цветника. Обязательное условие проекта «Праздник нашего двора» – это уборка дворовой территории, на которой в последующем будет наводиться порядок. Активные жители придомовой территории по проспекту Курчатова, домов 11А и 13, не остались в стороне, потому что понимают, что двор становится чище только общими усилиями. Дети с усердием убирали старую листву, взрослые спилили старые ветки деревьев, очистили пешеходные дорожки от песка и поросшей травы. Потому что день рождения нашей улицы. Ну мы же сами здесь живем, гуляем, с детьми также проводим время здесь. Так что это нужно обязательно. Поднимаешь состояние, забываешь о всех проблемах, о школьных, о тренировочных, о всех проблемах забываешь и делаешь чистоту города. Помощь в проведении субботника оказали представители молодежной организации Калининской атомной станции, волонтеры спортивного клуба «Орион» и депутаты Удомельской городской думы.